Что может быть проще, чем приготовить суп из отварной индейки с вермишелью? Блюдо диетическое, полезное и вкусное. Готовится очень просто. Индейка считается самым полезным и диетическим мясом. В нем очень мало холестерина, и оно хорошо усваивается нашим организмом. Также в нем много витамина А и Е, микроэлементов в виде железа, калия, натрия, цинка, фосфора. Суп на основе мяса индейки приготовить совсем просто. А если заранее сварить бульон, то на это уйдет 25-30 минут. Крыло индейки рекомендуем 400 грамм. Вода 1,5 литра. Морковь 1 штука. Лук репчатый 1 штука. Картофель 2 штуки. Подсолнечное масло 20 мл. Вермишель 100 грамм. Соль по вкусу. Укроп свежий 5 грамм. Количество порций 4. Подготовьте необходимые ингредиенты. Индейку помойте и выложите в кастрюлю. Залейте водой. Кастрюлю поставьте на плиту, доведите воду с мясом до кипения, после огонь убавьте и снимите пену. Варите индейку на самом минимальном огне до готовности. Репчатый лук и морковь очистите, помойте и мелко нарежьте. Выложите в кастрюлю с толстым дном. Налейте подсолнечное масло и слегка припустите овощи на небольшом огне в течение 7-8 минут, перемешивая. Картофель очистите, помойте и нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю с луком и морковью. Залейте овощи процеженным бульоном из индейки. Варите суп до готовности овощей. Добавьте короткую вермишель, посолите суп по вкусу и варите еще 5 минут. В готовый суп добавьте измельченный укроп. Ароматный, полезный и вкусный суп из индейки с вермишелью готов. Приятного аппетита!